Сегодня день участкового инспектора милиции. Согласно статистике, запорожскими участковыми раскрывается каждое третье уголовное правонарушение. Сейчас эта запорожская служба насчитывает 649 сотрудников. На каждого приходится в среднем 4500 обслуживаемого населения, в том числе 67 владельцев оружия, а также 63 гражданина из числа находящихся под надзором милиции. Лучшей наградой за их труд, говорят милиционеры, является искренняя благодарность всех, кому они ежедневно приходят на помощь. Сегодня работников участковой службы поздравляли в областном главке милиции. Я знаю и верю в то, что участковый – это самый главный милиционер. И меня в детстве про дядю Степу все мы сказку слышали. Самый честный, самый добрый, самый справедливый, и который решает все проблемы на своем участке. Участковый должен и раскрывать, и профилактировать, и участвовать в рейдах, и помогать ГАИ, и помогать инспекции по делам несовершеннолетних. Короче, везде, везде и везде. Если взять так посчитать, сколько функциональных обязанностей участкового, то получается так, что нужно не 24 часа работать, а все 25. Конечно же, в такой день не обошлось и без подарков и наград. Приказом начальника главного управления МВД были поощрены 15 участковых. Еще 10 сотрудников получили поздравления от представителей областной власти.